Итак, дорогие друзья, у нас есть с вами самолет. Почему бы нам еще не потренироваться, не заставить его сделать какую-нибудь другую фигуру пилотажа, допустим, Иммельман. Что это такое? Сейчас узнаем. Пойдем в боковую. Так, боковой вид пойдем. И давайте сделаем сейчас эту самую петлю. Вот отсюда пойдем. Отсюда пойдем. Сюда пойдем. И сюда пойдем. Так. Есть. Можем поправить чуть-чуть. Если мы сюда пойдем, здесь мы можем выправить любую петлю. Более плавную сделать или что, более круглую вот такую. Так, я думаю, будет красивше, да? Так, ну еще тут потренироваться вот так. Хорошо. То есть вот у нас это называется сплайн. И нам надо, чтобы он прошел вот отсюда, начал подниматься и сделал такой переворот, да, и вернулся опять в нормальное состояние кабины вперед. Сейчас вы поймете, о чем я веду речь. Так, если мы сейчас с вами аэроплан поместим в нулевой объект, то есть мы возьмем сейчас ноль, туда поместим аэроплан. В нулевом объекте сделаем сферу, сделаем побольше, чтобы мы видели, да? Вот. У нас в середине находится, отлично. Так, на крайний случай мы можем еще зайти в Basic, вот здесь сказать он, здесь включить, здесь сказать, что у нас будет красная, вот такая. Окей, и иконку покрасить. Вот теперь мы видим, что 0 у нас вот он, да? И в нем находится аэроплан. Ну, вроде бы все нормально. Так. Теперь мы возьмем с вами тег, который называется Elgin Toothpline. Toothpline. Вот он, да? Вот он. И укажем, что сплайн у нас это вот этот патч. Но ноль нам нужен вот тут. Или вот 100. 100 вот это начальная позиция. Ставим сюда. Здесь у нас 90. Идем вот сюда. Позицию меняем. Так, подождите, здесь мы сделали. Да. Теперь позицию меняем и доводим до нуля. То есть он у нас вот так должен крутиться. Вот, все правильно. То есть позиция вот так 0. Отлично. Но мы видим, как он у нас летит по-дурацки. То есть так Эмельман у нас, конечно, не получится. Поэтому мы попробуем сейчас сказать тангенталь. Вот. Теперь он хоть и будет лететь, но боком. Он тоже нас не совсем устраивает боком. Так, и вот тут нам нужны координаты. Координаты самого самолета. Так, если мы его развернем вот так, на 90 градусов, 90 минус 90. Так, и попробуем теперь. Теперь он все работает. Но вы видите, он тут сам начинает крутить, переворачивать. То есть он, этот самый Эмельман, делает сам, причем очень резко и неправильно. Поэтому нам придется с вами с этим воевать. Да? Для этого нам нужно сделать еще один сплайн.
Ну да. Вот так. Сплайн 1. А теперь выделим его как модель и уменьшим немножко. То есть сделаем те же самые рельсы, по которым будет лететь наш самолет и делать правильные фигуры. Вот так. И здесь в теге мы тоже заполним вот это, еще один сплайн сюда поместим. Так. Теперь он у нас вот так крутится, да? Это не страшно, потому что мы зайдем в аэроплан. Здесь сделаем тоже, наверное, минус 90. Минус 90. Оп. Вот. Теперь ведем. Вот здесь он должен начать вращаться, а здесь закончить вращение и выйти на правильную позицию. Так, то есть мы доходим вот отсюда. Вот здесь он начинает у нас, да, допустим, ну, 32-й кадр. 32-й кадр. Это нам надо сделать. Позиция, вот она. Теперь мы идем дальше. Тут он должен крутиться уже. И вот здесь тоже вот эта позиция, но аэроплан должен теперь, нет, не так, перевернуться вот так, в обычный теперь 90, не 90, минус 90, а 90, так, здесь минус 90, здесь 90. Так. И посмотрим теперь, как он будет себя вести. То есть здесь он у нас должен был быть минус 90. Я что-то не доделал. Вот минус 90, да? Дальше он у нас идет. Вот здесь, в этом месте, он должен перевернуться. То есть теперь он должен 90 градусов сыграть. 90 градусов, и тоже мы сделаем вот так. Теперь посмотрим. Ну, отсюда начинает уже. В этой точке, до этой точки. Так. Должен лететь нормально, не крутиться. Так, где он у нас? Должен быть здесь еще ноль. Или минус 90, минус 90. Так, вот. А отсюда он уже должен начать переворачиваться вот так. Вот. Вот теперь мы сделали все верно. То есть наш самолетик летит. Тадам-с, полетел. Так, то знаете, что может быть, что почему он так это? Во всяком случае, он это делает. Может, его надо продвинуть немножко. Подождите, ребята. Я думаю, его надо вот здесь, вот это место продвинуть, вот сюда это сдвинуть, вот сюда, чтобы он раз и вот так двигался. Так, ну вот, он начинает разворачиваться, видите, делает абсолютно правильный эмельманчик и вылетает из поля. Замечательно. Вот, я до сих пор путаюсь, что в тегах надо, все делать надо в тегах.
Почему он все время пытается вывернуться в другую сторону, это я немножечко не догоняю, но я думаю, скоро уже у меня все будет хорошо получаться. Так, теперь бы я хотел на этом пока закончить, а потом мы еще поучимся с вами с камерами. Я поучусь, а вы, может быть, посмотрите. Вот так. Ты-дин-ты-дин. Так, если возьму этот сплайн, то у него в бейсике стоит, что стоит, все нормально, координаты, объект. Вот здесь, видите, проблемка? Вот здесь нужен униформ. Вот. Тогда будет все хорошо. И вот здесь должно быть униформ. Вот в этом была и проблемочка маленькая. Так, давайте сейчас попробуем. Ну, теперь все хорошо. Вот. Чудненько. Как и должен летать он. Так, если я спрячу эти сплайны, то он будет хорошо летать. Можем вот так развернуть немножко камеру и посмотреть, как оно будет. Летчики на летчике. Вот с этой стороны вполне можно наблюдать, как он летает там себе. Ну вот и все, ребят. На этом закончим. Всего доброго вам. Пока.